Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Ղարաբաղի հետ հարաբերությունների մասով Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև հեղափոխությունից հետո լարվածություն չկար, բայց վերջին օրերին պայմանավորված Սասուն Միքայելյանի հայտնի հայտարարությամբ, որ հեղափոխության հաղթանակն ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան հաղթանակը, լարվածություն սկսեցավ Վիտալի Բալասանյանը խորհուրդ տվեց, որպեսզի այդպիսի ձևակերպումներ չարվեն, Սենոր Հասրացյանը իր հերթին խոսեց, Արշավի Խարաբաղի Я не понял очень большой вопрос. Сейчас кца Карабах и Масин чуй. Карабах и Хаястан и Чуев իշխանությունների. Վերջին օրերին լարվածություն է նկատում պան Գրիգորյանց, պայմանավորված Սասուն Միքայելյանի հայտարարությամբ, որ հեղափոխության հաղթանակն ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան պատերազմի հաղթանակը. Изменения более лучше, чем война. Это победа в революции важнее, чем победа. Вот эта революция. Вы знаете, ну я не знаю, я не являюсь критиканом каким-то, да, я выражаю свои мысли, это мое мнение. А революция — это одно направление, Карабах — это другое направление, война там война, а это революция. Революция делается это партиями для того, захвата власти и выполнения своих функций, исходя из того, кто это организует и руководит. А война в Карабахе — это было освободительное движение. Дело в том, что в Карабахе это нападение было со стороны Азербайджана для уничтожения армянского населения, выдворения остальных, которые попали, а также захват этой территории. И не только этой территории, но и захват Зангезура, и потом с Нахчевана наступает на Ереван. Это не просто война в Карабахе была. Поэтому сказать, что война революции важнее, чем война в Карабахе, это разные вещи. Понимаете, да? Ну, как это можно? Я не пойму, почему он такие вещи говорят люди. Значит, он не понимает, что такое революция, что такое война. Война в Карабахе могла бы уничтожить всю Армению. Не Карабах, а Армению. Я же вам сказал, когда я приехал сюда создавать вооруженные силы, меня пригласили, я знал замысел противника, азербайджанской стороны. Я повторяю, у него замысел был, то есть мысли были, какие задачи. Не только захват Карабаха, но и захват Зангезура, который Нажди освобождал. Соединиться с Нахчеваном и с Нахчевана наступать на Ереван. Сегодня что Алиев говорит? Ереван наш, мы начнем войну. И он готовит народ, один из признаков войны, ненависть к армянскому народу. И у него масса вооружений 10 раз больше, чем положено. У него имеется мобилизационный резерв подготовленный, народ обманутый ненавистью к армянам. Значит, они готовы сесть на эти танки и двигаться на Армению. Он готовится к войне. Это другое дело. А революция – это другое дело. Революция пришел к власти господин Пашинян. Посмотрим, какую цель и задачу он имеет. Вот 9 декабря узнаем полностью. А Карабахская война – это другая война. Не трогайте эту войну. Это территориальная война. Карабах не захватывал Азербайджан. Карабах Азербайджану дали как на ладошки 5 июля 21 года за Кавказское большевистское бюро, которое отняли у советской Армении и передали советскому Азербайджану. Понимаете? А потом, когда Советский Союз пал, тогда был командир Горбачева. Если республика выходит из состава СССР, то автономное образование имеют право или остаться в СССР, или остаться в республике, или самоопределиться. Карабах самоопределился. Хотя он должен был полностью войти в состав, вернуться на родину, как Крым, который Хрущев в 1954 году отдал Украине, и Крым вернулся на родину, его Путин признал. А у нас он должен был вернуться на родину, и Тер Петросян должен был признать. Но пошло по другому пути.